Приветствую, с вами 108-й, заболевший, но пытаюсь пилить для вас контент, потому что вы ждете, Диэль Аудио ждет, когда я запилю обзоры, поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на канал, если вы еще не подписались, чтобы поддержать мое здоровье. Сразу же скажу, чем же отличаются мои обзоры от остальных. Мы не просто рассматриваем динамику условно, смотрим на его параметры и все, делаем какую-то рекламу. Мы замеряем усилители, замеряем параметры динамиков, замеряем саббуферы, в общем, собираем как можно больше информации и даем ее вам, чтобы вы могли уже решить, стоит ли покупать данную продукцию. А у нас 165-й Anaconda Cox. Очень интересный дизайн, можно сказать, то, что это какая-нибудь анаконда, просто выцвевшая, либо грифон лайт в свече. В общем, динамик очень интересный, вот это все, где у нас настраивается, как на некоторых исключенных динамиках. В общем, очень интересный, это причем из Kyoho. Это не просто динамик, который там для Орева и Порева. Но обязательно проверим, действительно ли это у нас EQ. Можно ли с него что-то интересное послушать. Цена на данный момент 4490 рублей. Мультижанровая кортикальная акустика с уникальными возможностями настройки направленности звучания. Максимальная детализация воспроизведения исходного звукового тракта за счет применения сложносоставного диффузора из шубированной целлюлозы. Мультижанровая АЧХ благодаря использованию тканевого подвеса и звуковой катушки с увеличенной высотой намотки. Поворотный шелковый твиттер купольного типа с возможностью изменения направления звучания. И зажимные терминалы, естественно. То есть это динамик. И шкюшный при этом, если мы его поставим в дверь, мы можем направить в ВЧ, чтобы он играл именно нам с вами в ушки. И можно было сделать именно действительно какую-то визуализацию нашего с вами звука. Потому что динамик, если он действительно хорошо поет, его хорошо настроить, хорошо его расположить. Это очень интересная картина получается. Те, кто знают, что это такое, не дадут собрать. Потому что действительно классно, когда перед тобой ты слышишь там гитарист, там какой-нибудь солист, что-нибудь такое. И все слышишь, ты видишь эту картинку прям живую. И данный твиттер это помогает нам этого достичь. Конечно же, это будет сложно из штатного места, допустим, сделать. Но, опять-таки, это гораздо интереснее, чем другая акустика. Классическая коробка DL, QR-код на скидку 7%, также он сбоку еще есть. 80 Вт РМС, диапазон от 60 до 22 кГц, 90 и 9 дБ чуйка. Ну и также полные параметры. Размер, импеданс, номинал. Это у нас с вами все. 1 дюйм катушка. Резонансная частота 57, добротность 0,5 и эквивалентный объем 16 литров. 2 года гарантии, сервисная служба, бесплатная консультация, социальные сети и хэштеги. Также, кстати, в новых коробочках такие вот замки сделаны. Коробку теперь будет сложнее открыть. В комплекте у нас вот такая интересная брошюра, она же гарантийный талон. Также в комплекте у нас с вами наклейка, шильдик и ароматизатор. Такие вот интересные динамики, интересные сетки, видите, как они классно выглядят вместе. Есть уплотнители в комплекте и крепежи. Очень много саморезов. Очень интересная упаковка, если легко это все дело доставать. Такая вот составная сетка. Как она повлияет на звук, пока что еще не ясно, но я слушал как с ними, так и без. Главное, что не перекрывает ВЧ, поэтому высокий и средний частотный диапазон, мне кажется, особо меняться не будет. Также видите, специально под терминалом местечко. Магнит у нас с вами закреплен здесь, он не болтается. При транспортировке вот эти динамики очень надежно укомплектованы, а вот уже с другими динамиками Диэль Аудио, там есть свои нюансы. Такой вот красочный динамик, уплотнитель. Очень похож на Грифон Pro Mid Bass, но не уступает ему по некоторым параметрам. Очень интересный ВЧ. Не знаю, будет вам видно, не видно. Но на компонентной акустике я покажу вам этот твиттер более прям наглядно, потому что он весь там разбирается и видно вот то, что находится под сеткой. Видим там вот такой вот треугольник и под ним уже сам шелковый твиттер. Корзина достаточно простенькая. Небольшие ребра жесткости у нас получается, как вот не просто выбито, а металл чуть загнут. Корзина достаточно звонкая. Диффузор виден, потому что он действительно многосоставной. Такие вот ребра жесткости вот здесь сделаны. Я сначала думал вентиляции, но нет. Вентиляции здесь нету. То есть вентиляция у нас происходит прямо здесь. Ну, как намного как в сериальной акустике. То есть если вдруг что-то с катушкой будет, мы сразу с вами учуем этот дивный аромат. Прижимные терминалы. Видим то, что не очень надежно. Здесь там уже еще крепится конденсатор.
который, ну, по сути, не крепится, он просто сдерживает все это дело. Здесь особой фильтрации нету. Ну, хотя я видел динамики, которые тоже искушные, там прям плата стоит приклеена, то есть вся фильтрация такая же, как у компонентной акустики, но в более миниатюрном масштабе. Правда, вот так у нас выведено, видим, то, что резинка тоже специально сделана под это дело, это не просто прорезано, а он так сделан с завода, резиночка. Уже пробовал ее снимал, в принципе, снимается она здесь достаточно легко. Давайте посмотрим. Магнитопровод здесь достаточно большой по сравнению с магнитом. Вот пираньи смотрели V2, там магнитопровод гораздо меньше. Здесь приглавное попасть, вот видите, здесь не просто прорезано, а именно выплавлено. В жерле вулкана в каком-то создают эту акустику. Не забываем то, что у нас с вами 2 года гарантии, подменный фонд. Даже если вы в жерле вулкана постараетесь это все дело уничтожить, то, что осталось, принесете, и по подменке получите новое. В принципе, достаточно свежий. На пираньях там 40 или 50 тысяч уже было. Здесь достаточно вот, ну, такой прикольненький, симпатичный. Дарина Даниловна тоже хочет поучаствовать в обзоре. Вот этот как тебе? Красивый? Красивый? Сетка куда? Сеточка, положи сюда сетку. Положи сюда. Молодец. Дарина Даниловна любит хороший звук, если что-то играет не очень хорошо, она обычно на это внимание не заостряет. А если звук ей нравится, она будет сидеть и слушать. Сразу же начнем с параметров телесмола, с рекомендаций по коробам. Параметры, да, у нас немножечко не сошлись с тем, что указано производителем, но суть в чем. Я их ставил на разминку на 2 часа, и резонансная частота практически не изменилась. Это говорит о том, что динамики уже либо где-то разминались, либо что. В общем, параметры не снижаются. Обычно, когда ты динамику разминаешь, у тебя все равно резонансная частота сразу же начинает быстро падать. Потом постепенно замедляться, пока не станет именно той, которой она как бы и должна быть. Здесь же почему-то изменений практически не произошло. Там вот эти вот разницы, это ни о чем. По звуку. Сложите SQ, акустика. Слушали мы без сеток. Может быть.
С сетками у нас еще диапазон подубавится, и будет именно тот звук, который я вот продемонстрировал при прослушке. То есть от чиха также демонстрирую. То есть до, после разница есть. Еще диапазон, прямо вот середина, она прям очень хорошо выявлена. Ни баса нету, низов вообще там нету. Верха. Как бы нюанс в том, что твиттер, который компонентная, анаконда, она почему-то забирается выше. Чуть-чуть, но выше забирается. Здесь же она немножко до самых верхов не достает, но играет, в принципе, хорошо. Если мы с вами, ну, вот, в штатные места поставим, если диапазон у нас подупадет, как бы, может быть, она будет играть гораздо лучше без вмешательства в динамике. Но мне пришлось все-таки серединку подубрать, чтобы выставить хоть какой-то тональный баланс. И да, сразу же проявилось более-менее нормальное звучание. То есть появились низа, их уже стало слышно по сравнению с другими частотами. Да, я там не стал сидеть, кропотать, пытаться добиться вот с этого моего ящика там какого-то звука. Сделал так, что вот, как оно, в принципе, ну, примерно будет играть, то есть даже с непроцессорного ГУ можно при помощи эквалайзера подубрать эту всю часть, и звук станет уже гораздо интереснее. Но не будем забывать, что цена у нас, в принципе, меньше, чем та же Аура, но вот в звуке разница, конечно же, есть. Что покупать? Сложно сказать, потому что DL, грубо говоря, там у нас до 5000, а уже почти там, к 8 приближается, если не ошибаюсь. Ну, еще тут вопрос, будет ли в акции участвовать данная акустика. Если будет, то за 4, там, условно, тысячи мы получаем две пары динамиков. Это как бы уже результат. Все-таки, наверное, буду ждать, когда в следующем году выйдут 20-ки либо 13-е динамики. Будет очень интересно вот их послушать, потому что 20-ка уже будет играть гораздо жирнее. И, может быть, какие-нибудь нюансы тоже уже устранят к этому времени, уже выйдут там сразу же исправленные динамики. Не забываем про ссылочки в описании. Очень много всего интересного, особенно ссылочка на донаты и номер карты. Вступаем, подписываемся везде, где указаны ссылки. Не забываем про 2 года гарантии, подменный фонд. Ну и также у нас все видеоролики разбиты по плейлистам, чтобы вам было удобнее ориентироваться в нашем канале. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, потому что железа очень много. Заказана уже аура, будем ждать. Но это, скорее всего, будет уж после Нового года. Пишем комментарии, смотрим другие видеоролики, смотрим от начала до конца, чтобы поддержать наш канал. Ну а с вами был 108. Всем удачи, пока.